Погнали! Шабыш! Моя поощрение, друзья! Меня зовут Flash Riders. Возвращение в The South Spine Fracture Bad Hole! Мрак сгустился над нашим городом. И только наш сверхбыстрый герой сможет своим... ударом кулака, пробивающим атомы. Расщепляющим атомы. Побороть всю преступность. В игре нет кнопки прыжка. Хороший совет. Тут же обычные советы пишут. Если не можешь выиграть бой, играй чаще. Окей. Йо, здорово! Самый быстрый! Опс, да что ж такое-то, господи. Все время я думаю на F почему-то тыкать. И на F он делает вот так. Кто ж знал? Просто зайдем в дом, вдруг тут еще что-нибудь есть. О, здравствуйте! А где доктор Хаус? Если я сделаю с тобой селфи, ты свалишь отсюда? Да-да-да, давай, клево! Во, вот так. Как же я устал от этой популярности! Да-да-да, сейчас сделаем. Мистер Сточ. Спасибочки! Все, покеда. Ей, успех. Не зря сошел? Че такое? Может, селфи? Hey, kid, you know anything about this? Somebody's keying my wife's car at night. It's happening every night. I thought it was just one of you damn kids, but well, here, come here, take a look at this. Whoever's scratching the car is also leaving notes. I'm just scared it's a jilted lover or something. You won't forget me that easy. Ты не сможешь меня так просто забыть. Я думал, у нас все было серьезно. Я всем о тебе расскажу, потом. Listen, I'm sick of having to buff this shit out. If you can catch whoever's keying my wife's car tonight, I'll follow you on Coonstagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. Я так и подумал. Окей, может, я побазарим с женой с его, если она дома? Ну так, просто через, знаете. О, они деда вернули? Jimmy from my Peter, Billy. Can you get me a condom? Boy, Billy, you sure are getting big. Нет, нет, у тебя слишком мало подписчиков. Что за фигня? Что такое? А он всегда был в этом фартуке с наркотиками? Халявная еда. Окей. Так что теперь можно все убрать? Рецепт антидота, супер. О, создание. Мы теперь можем крафтить. Кайф! Я только сейчас понял, почему у Картмана несколько костюмов. Знаете, как против Супермена. Но Супермен здесь это типа Кайл. Кстати, тут небольшая отсылочка к Марвел. Клево. И чё? Пока ничего не происходит, я просто шарюсь. Эй! В смысле закрыто? Я хотел вам наложить огромную кучу. Окей, это его сестры. Все такое розовое, даже, честно говоря, даже не ожидал. Я даже с ними селфи не смог сделать. Чисто бесполезный дом. Все, чуваки, я больше к вам не зайду. Да-да-да, что делать? А, все, сюда? А они рядом живут, лол, я даже не знал. Лол, Кайл со Стэном живут рядом. Я, честно говоря, думал, что они живут в разных частях, ну окей. Это все мы обнесем, вот Кайл. Еврейские штуки. Это все мы обнесем. Даже не считаю, что я здесь просто беру вкусняхи. Что в заднем дворе? Вау. Прикольно. Кайл, я смотрю, подошел к делу, так сказать, основательно. Основательно подошел. Йоу, Кайл! Who the hell are you? В смысле? Я новенький. Really? You sent a newbie to my distress call? You're such a dick, Coon. Sorry, kid, but my problem is too big for a rookie. A few days ago, there was an anomaly in the universe. Another version of me, the human kite from an alternate dimension, showed up here and is destroying everything. Right now, it's upstairs in my room. I don't think anything can stop it. Чё ты зассал? Сейчас я ему дам по щам. Давай. Сюда? Human kite from another universe is behind this door. I can't find it for obvious reasons, you know. Alternative universe paradox shit. So you are going to have to take him out. You've got a really big attitude so that he wants to return back to his universe on the East Coast. You ready? All right, go get him. Zoom. Oh, hey, Kyle. I'm big. Human kite 2. Did you come to play with us? All right, me from another universe. It is time for you to go back to your universe. What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe. We're like best super pals. As you can see, he is the one running around giving the human kite a bad name. He was sent here to destroy me and weaken my powers. Okay. No, I came to spend 2 weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be human kite. But he said, you can't be human kite. I'm human kite. And I said, well, why can't we be human kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be human kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. Ah, закрой пасть! Remember?
I'm sorry, me from another universe, but it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New Kid, you must now destroy my alter ego. Oh, Jesus, we're gonna fight? That's right. If you really want to play, then this is how you do it. Well, all right. Anything to make me and my cousin more alike. Я же буду быть похожим на моего кузена. Блин, не жаль его, придется ему лицо размазать. А, у меня будет команда 4-4 чуваков. Одолей самозванца. Ой, маленькая комната. Is this a no-contact thing? Full contact, not sparring. Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. It's happening. Get him, new kid. Все, давай, сейчас ему по щам раздам. Do you know kites are really quite fragile? Uh-huh. Oh my, there's a lot of decisions in this game, aren't there? You could not play. That's a decision you could make. Oh, don't be silly. Стоп, стоп, стоп. А что мне вторая скиллуха делает? Два действия за ход. О, прикольно. Сейчас ему раздам по щам. Я разогнался! А, два действия за ход. Это я сейчас могу дважды ударить? Окей, еще разок. Блин, мне его жалко, он такой беспомощный. Классический булшит из других вселенных? Почему он хилялся на фул? Алло, какой был смысл в этом? Я не могу его даже размотать, алло! Эйнштейн, помоги мне! I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like the Stay for Tura, which also has a great sentimental value. Dude, human type is an alien. There's no Jewish stuff in here. Еврейские штучки здесь ни при чем. I'm not making it up. It's totally canon in my alternate universe. Алло! Звезда Давида. Что? Плюс 50? Только что применил защиту, она обозначается. Да-да-да, я понял. У него теперь столько же хп. Хорошо, я скоро поднакоплю себе. Wait, I thought I should get this turn instead of the new kid because he didn't wait when I said time out earlier, so I think it should be my turn now. Are you kidding me? That's totally cheating. That wasn't too hard, right? I don't want to cause any permanent damage. Что за дерьмо, чувак? У нас есть правила, мы им следуем. Это так нравится мне, потому что все дети, которые здесь есть, они по сути. Чего? Ты куда? Эй, ты куда? Кайф. Это все мне, спасибо. Я скоро апнусь. You had enough, alternate me? Yeah, the superhero stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, you're leaving? Dude, that sucks. Yeah, I'll be going back to my universe now, human kite. I need some bamboo finique for my ear because I got a scrape on it by being farted on. Dude, I don't know how to thank you. From now on, call on me whenever you need help. Okay. Кайф. Человек воздушный змей теперь со мной будет. Yeah! Это просто офигенно. Может, селфи? Okay, yeah. Just two heroes hanging out. Хорош! Теперь у меня есть Тима! Бери свой чертов телефон, я хочу с тобой сфоткаться. Где там веселая рожа? Ура! У меня есть кореш! Давай поближе, чувак, поближе. У-ху! Кайл, так здорово! Мне так нравится, что разработчики этой игры то есть используют не только вселенную, а конкретно Соус Парка. Вот смотрите, тут, например, полностью все отсылочки ко всяким разным старым, супер древним и не только играм. Вот, кстати, корона, когда был Кайл в прошлой игре, там кем-то, не помню кем. Ну и просто ко всяким сериям. Да-да-да, это все супер здорово, я тебя обнесу, Кайл, не обращай внимания, заткни свой телефон. Так вот, мне нравится, что тут, конечно, много всякой вакханалии супер бешеной, как это обычно бывает в Соус Парке. Так, сейчас послушаем. Да, здорово. Это я делаю, чувак! Я это делаю! Спасибо! Так вот, все эти дети, которые играют здесь, то есть в Соус Парке, в их мире, они, это у них все воображение происходит. Это просто офигительно. Да, конечно, мутузят они себя по-настоящему, но, блин. Так, я вижу приколюху сверху, а как-то можно открыть? Опа! Унитаз Брафловский. Сложность 2 звезды. Погнали. И тут я разобрался, это вообще изи.
Изичка! Фу! Все, даже попу вытирать не надо. Че там было написано? Начинающий кто? Кто я? Ладно, хрен. Кайл теперь со мной, да? Ты пойдешь со мной, чувак? Че ты встал-то? Ясно. Прошу позволения, обнесу все, что здесь есть. О. Хочешь сделать селфи? Давай, чувак, мне нужно побольше новых подписчиков. Он такой маленький. Как бы рожу не меняю, все равно останется канадцем. Что делать? Тайк. Я это задание выполнил, теперь нужно идти к... Кому? К Крейгу? Погнали! О, блин, это так здорово! Тут они ждут свой автобус, лол. Хотя они могут пешком дойти. Everyone knows Kiefer's mom has the nicest boobs. Dude, shut up about my mom's boobs, bro. Why don't you make me zit face? You guys want to go to the movies? Or might be some pieces. When I finish kicking your butt, I'm gonna kick your stupid frog's butt. Frogs don't have butts, they have cloaca. Что происходит? И чё? Дом Джимми. Эп, чтоб пёрнуть врагу в морду. Окей, сейчас мы его стукнем. Одолей Бартлза. Ладно, он набежал маленького чувака. А, так он со мной ходит, так все супер. Капец ему. Что он сделал? Это была козюля? Это не помешает. Ускориться. Ну все, капец тебе, гнида. И эти дети не только играют по своим правилам. Что ты делаешь? Что он делает? Что сейчас было? Да-да-да, сейчас мы тебе поможем. Эти дети не только играют по правилам, то есть не только придумывают себе всякую фигню, которая у них в голове, они еще и подчиняются каким-то нормам, типа ходить по очереди там, вот это вот все, это же жестко. Блин, это так здорово. Я думаю, у них это получается делать, потому что они все живут в маленьком городе, и именно все друга знают, типа, ну вот это вот все, вы поняли. Все, добить козла. Фу, ёб, чё это такое? Фу. Изи. Соси, чувак! Спасибо за бабки. Я обтулся, я могу что-то вкачать? Быстрее, новый скилл! Дополнительные ачивки получать. Окей, что делать? Саша, позволяет, тут закрыто. Так, чувак, ну я тебя спас, селфач. Да, давай. Принимай, пока картошечка горяченькая. Потом-то уже поздно будет, я уже стану супер популярным. Окей, ну я думаю с ним... Опа, там приколюха сейчас. Сейчас, Крейг, подожди. Зацепь священного усилителя. Ладно, пусть будет моё. Greetings, citizen. It is I, Super Craig. I'm sorry, but I cannot assist anyone with their problems right now. Super Craig can't find his guinea pig. Go tell the coon that I'm not playing until I find Stripe. He's not just a normal guinea pig. He belongs to me and my ex-boyfriend. That's right, Super Craig. I'll bet Stripe is down in the basement again. We should start in the basement. That's the last place I saw him. Окей, погнали. Блин, Крейг больше всех не парился над своим костюмом, просто БКС налепил на грудь, хорош. Окей, что здесь? I'll stand by the stairs and keep him from escaping. You do the rest, butthole. Be careful. This is probably the most challenging mission you've ever been given. Такого слушай, за меня еще не давали. Да сейчас найдем. О, прикольно. Oh, sweet. Look, there he is, in the vent, way up high. Где? Че ты пропустил? Где? А, здесь? Блин, а как я это разбить должен? Вот так нацелиться, а потом жахнуть. Не получается. Я нажал. Так я нажал! А-а-а, по-другому было. Извини, хомяк, я должен. Все? Лови, лови его, лови. О, вот дерьмо. Сейчас что-то неприятное случится, я уверен. О, пора валить, пора валить.
Yes, Stripe, a brilliant rescue. But it wasn't just me. We have Butt-Lord and his sickening asshole to thank. You did it, newbie. Okay. If you ever need help, you can count on Super Craig. Super Craig! Yeah, теперь он будет с нами ходить. Да, конечно, давай, давай. С Крейгом стальным. Супер Крейг! Серьезно? Ты видел его выражение лица? Кайф. О! New kid. Эй, чё? Чё? Hey there, are you one of Craig's friends? Да. You looking for Craig? Я вот только что от него. Me? Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as Yaoi. Crazy, right? But this stuff is worth a fortune to the right buyer. If in your adventures you find any of these, bring them to me. I will reward you handsomely. Окей, может... Да-да-да-да, как насчет селфача? Нет, не хочешь? Ну, хорошо, здесь я его в Южном парке. Да, конечно, бзар! Стряхнуть! Хорошо, пошла. Отвратительно, честно говоря. Ну окей, по сути, я достал всех двоих супергероев, которые нужны были. Че нужно еще? Лучше с правонаправленником не найти полсатик такой преданный. Да-да-да. Че? Кюн аут. Сейчас вернемся. Лол, ла? You see all those little red Lego bricks? Да. Lava. You try and cross lava, you die. Don't even touch it. Wait, this doesn't even make sense. Who would put lava there? Take that, Coon Friend. Professor Chaos. That's right, Coon. I have strategically placed lava throughout the town. I can't make it too easy for you. What good is the world without a little chaos? Okay, turn it off now. We'll deal with chaos when the time is right. For now, we have to keep our eye on the prize. Coon, out. Окей, я, видимо, какую-то приколюху получу, если я не могу сейчас пройти. Я хочу пробовать. А! Окей, я понял. Все. Так и быть. Fuck you, mom. Здорово. Being a superhero is a little harder than you thought, huh? It's okay. Ну, не, ну, you totally suck, but I can't help but feel sorry for you because your dad fucked your mom when you were a child. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. Серьезно? You'll find it in the town. The trick is to equip them into your artifact slots. Go on. Okay. Спиннер, который усиливает мои способности. Ладно. Кто бы мог подумать? Every artifact has a specific place it can be slotted on your body. Equip this one to boost your strength stats. Хорошо. Спиннер. Что дает? Плюс один ICQ, плюс один к пальцу, видимо, который будет крутить, плюс один к удержанию спиннера и плюс 11 к ускорению сердцебиения, потому что ты будешь волноваться, чтобы он не остановился. Супер! It might be a little uncomfortable at first. Your DNA is fusing with it. Легкий дискомфорт. You'll find more artifacts out there during your superhero adventures. You can even craft your own. Just remember, with great power comes great checks and money. I think you're ready to take on those sixth graders now. Go give them hell. But... Опа. Так, а все чуваки со мной по сути? Hey, I told you not to fuck with that. Not to fuck with that. Что это такое? Скороходности. Oh, hey, new kid. You found your first fast travel station. Look for more. They'll make your life way easier. Супер, это типа точки перемещения. Куда могу переместиться? Никуда? Видимо, потому что у меня ничего не открыто. Here, kitty. Here, kitty, kitty, kitty. Just throw a rock at it. No, I gotta throw a rock at it. Come out, wherever you are. Just throw a firecracker instead. Nuh-uh, those are expensive. Give me the rock. You pussy. А если я подожгу эту штуку? No, I'm throwing this rock. Throw something, you assholes. Let's tie a firecracker to that rock. I said I... Hey, it's that little Forthy again. All right, Forthy, time to teach you a lesson. Гори, сучка! Мы втроем. Сейчас вам просто всем конец, чуваки. Это просто шестиклассники, а мы супергерои. No mercy, guys. Nice out. No mercy, guys. Бля, мне нравится, okay, Кайл. Боевое испытание, обычное преимущество героев, гуру, преимущество врагов. Го гуру! Чё, нет, ненавижу, когда легко. Люблю, чтобы жопа горела. Так, чуваки, сейчас все будет. О, лол, я так одного добью. Так им вообще капец, они оба горят. Слава богу, я успел пожечь эту штуку. Изи. Лол, это больно. Хорошо. Он показывает фак.
и агрит на себя всех чуваков. Давай. This one doesn't do any damage at all, but it gives me a shield and a range. That was a blow to the ego. Лол. Я не могу отойти, меня зажали! Блин, надо что-то делать, надо что-то делать. Во-первых, мы сделаем вот так. Это чистейшая воды шахматы. Просто берем вот так. Юзаем вот так. Опа! А теперь отходим и пропускаем ход. Блин, я блюю, это плохо. Так, это надо добить. Отправиться домой, черт. Дерьмо, хватит меня трогать! Окей, ускоряемся. Вот это супер обузный, я могу дважды ударить. Правда, потом пропущу ход, но все равно это сильно, это сильно. О, у меня есть супер удар, отлично, отлично. Кто-то сейчас похавает дерьма. Вот ты. Я его убью, супер. Хорош. А его как бы Крейг еще добил. Отлично. И сейчас ты еще отправишь на небеса. А, это не получится. Вот так? Man, we kicked some sick straight ass. Соло! А еще у меня было плюсик ко всему. Я получу, да? Что-то прикольного? Okay, that was pretty badass. We make a good team. All right, that was sweet. Wait till it gets on the internet about how the Coon and friends beat up 4 6th graders. This is great for our franchise. Kind of sucks for you though, new kid, because now the 6th graders are going to be coming after you. You probably should have done that. That was pretty stupid. Kano, go and get our franchise more followers. Так, ладно, куда мне надо идти? Погнали. Your precious global financial system is in flames. Ладно. Whoa, wait a minute. You didn't fill out your kryptonite. So what, you're invincible? There's no way. That's against the rules. You have to have a weakness. Go find Mosquito. He can help you out. I'll put the rest of the character sheet stuff on your map. Now get out there and do some superhero missions. That's the only way to fill out your character sheet. Окей, хорошо. Мои новые миски. А что он сказал? Я не заполнил главу вот анкеты персонажа. Можно почитать, это я. Источник энергии, анальный проход. У меня несколько союзников, призыв пока ничего нет, звание. Это, видимо, какие-то ачивки. Криптонит, склонность, пол. Почему нет? Почему пусто? А как заполнить? Криптонит — это, видимо, моя уязвимость, потому что Картман сказал, что такого быть не может. Нужно, чтобы у нас была обязательно уязвимость. Иначе это тупо мне правил. Кладовка. Это мои приколюхи. Костюмы. Ой, я могу переодеться. Во! Эксклюзив Ubisoft, ты можешь разблокировать. Чё? Да пошел вон! Сейчас же покупать доп-контент в синглплеер игру, где никогда не будет... да, онлайна. Прикольно, прикольно. Пока походим с лифоном на голове. Е, кайф. Это такой лол, чувак с костылями супер быстрый. Блин, я тоже быстрый. Скороход. Кайф. Это бабки. Тут еда, тут можно купить оружие. Стой, тихо. Мощь ниже рекомендуемой. А, окей. Да, давай. Sorry, kid. Come back when you've got more clashes under your superhero belt. Ты же даже не играешь в игру, откуда ты знаешь? Значит, взрослые тоже участвуют во всей этой фигне. Опа, первый я, ой. Парни из сумерек, за него нам заплатят, как я запомнил. Чего, точно не хочешь? А вот так обычный человек может? Жри! I have no quarrel with you, farting crime fighter. Пердящий боец преступности. А здесь делал пластические операции, я помню. We got some new stock, which is a rare treat with our funding. Ладно, что можете? О! Презерватив, то, что мне нужно. Я потом его деду отдам. Погнали. Такие грустные сидели, может, было с ними попозарить? Йоу. You're kind of interrupting a tender moment here, kid. Что случилось? Че? Ну ладно. You wanna feel the baby kick? That's a limited time offer. А, лол, тут делают оба... Блин, ладно, извините. Блин, а как мне до него дойти-то? Сейчас было немножко сложно. А, через подворотню. Я что-то слышал. Вижу кота. Как до него дойти? Киса, я иду. Ты куда?
Это не тот кот, которого мы искали, или чё? Ну, их, типа, хрен с тобой, глупое животное. Тут продают наркотики, да? You are a minor approaching an area with controlled substances. Step away from the door or you will be terminated. Все, я не трогаю, не захожу, пошел вон. Jesus Christ, наркотики это плохо. Это что? Remember the Wonder Twins? I remember I love the space monkey. Yeah, remember that? Remember when Wonder Woman had his... That's Razor. Помнишь? Mosquito must be inside. Get in there, but do not be tempted by their amazing wings and hot bitches. Хорошо. Это все дети, да, получается? Hi, welcome to Raisins. Just one of you today? Well, come right over here, cutie. Come here, hun. Окей, я пришел. Сейчас, подожди, тут я немножко обнесу. Спасибо. Here comes trouble. Uh-oh, here comes trouble. Да я пришел, что делать? Our Raisins girls will be right with you. Окей, хорошо, это был хостес. He sure can eat a lot of wings. Yeah, so then I flew into the sky and I beat up all the bad guys. Wow, I didn't know mosquitoes could be so tough. Yeah, well, ever heard of the Zika virus? Another plate of wings, cutie? Sure, just put them on my tab. Big spender. Hey, beat it, kid. These are my women's. What superhero are you? Super, wait. Oh my god, the mission. My fellow superheroes. I've completely forgotten. Back away, temptresses. Mosquito knows what you were trying to do. What are you talking about, kid? The Raisins girls are mosquitoes' kryptonite. You gotta get me out of here. Well, okay then. Here's your bill. I think not. You tried to charm me. I will not pay this bill. О, я понял, мы сейчас будем с ними драться! Let's do this. О, лол! Москит с нами. Есть! И самый быстрый чувак одолеет девочек из Винок. Конечно! Обижая ноты его друзей. Колдовские чары. Нас не проведешь. Супергерои должны сражаться с преступностью. Они его очаровали, лол. Сейчас Караход вам покажет. Девоньки! Он стал невидимым? Он так быстро двигается? Сейчас Нюхи тоже вам покажет. На девочек бить плохо, даже если они против супергероев. Как-то ударить их так, чтобы они еще отлетели назад. Во, вот так. You move with a sense of urgency uncommon among mortals. That's going to leave some scars. Минус одна. Так, Супер Крейг. Сейчас покажет средний пальчик. Как мне это сделать? Во, вот так. Got something for ya. Oh my god, everything hurts and I'm dying. Here for an ass kicking? I'll put that order right in now. Я не успеваю иногда смотреть, что происходит. Москит, ты все? Ты с нами? Let's take things fast. Давайте не будем... Давайте не будем медлить, сказал Скороход! Что так быстро происходит, я даже не понимаю. Минус Скороход. Но это ничего страшного. Да, конечно, но какой там смысл, если я сейчас их все равно победю? Я не буду его поднимать, я не буду. Как мне их ударить? Во. I am out of fucking again. Похищает его душу? Прикольно. Как мне похитить душу какой-нибудь из этих красоток? Она уже убегает. Блин, я очень плохо стою. Дерьмо. Somebody wake me when it's my turn. My makeup's still okay. Looking good, girl. Looking good, girl. У меня есть суперка. Сейчас мы кому-то дадим. Нет, не дадим. Ничего нельзя сделать. Супер Крейг! Супер Крейг с хомячком, давай. Полосатик безумствует.
Как-то слабенько, почему она не умрет? I call tips on seconds. Dude, you are trying way too hard. А, что запас, что пошла? Он реально хомяка использует. Честно говоря, пока кажется, что самый сильный из всех, кто здесь есть, это москит. Потому что он бьет и высасывает жизнь. Да, наваляли так им по щам этим девочкам. Да, не стать супергероем, не пройдя через тернистый путь избиения официанток. Мой криптонит. Я как раз вовремя подоспел. Гиморт, герой ты мой. Чё как? You can't be a superhero without something that you're powerless against. Я не... Particular phobias, any emotional hang-ups? Нет, нет, я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Look, it's okay, I'm on your team, but kid, you can tell me. All right, let me see your character sheet. Я должен сейчас... И тебе с этим потом всю жизнь жить, пока ты ее не изменишь. Я должен сейчас поставить свой криптонит, чего я боюсь. Давайте подумаем! Музычка такая, знаете. Шестиклассники, это слишком, я не могу их бояться, иначе я потом не смогу. Они же будут за мной, по сути, охотиться из-за того, что я давал им по щам. Девочки-изюминки, ну вот, что, это уже есть у москита. Приспешники хаоса, нет, тут нельзя, самый главный антагонист, протагонист. Ну, короче, это из этого, это же доктор Хаос, и если он здесь самый главный злодей, то, по сути, и будет много его приспешников. Значит, их бояться тоже нельзя. Блин, я сижу очень долго, я не знаю, что выбрать. Шестиклассники, девочки-изюминки, приспешники хаоса, старики, ниндзя, вампиры, люди-крабы. Пусть бы это будут ниндзя. Ниндзя жесткие, они очень долго тренируются, и потом дают тебе по щам. Люди-крабы, ну это просто люди-крабы. Крабы вкусные, люди-крабы тем более. Вампиры, ну такое, знаете, бояться вампиров в лес не ходить, как говорится. Старики, ну, старик может забыть даже, что он с тобой дерется. Зачем его бояться? Все остальное я уже озвучил, поэтому я боюсь ниндзя. Вдруг, правда, они прямо сейчас за мной наблюдают. Это же мастера маскировки, их реально боятся. Больше похож на самурая, да? Плюс у ниндзя очень сверхбыстрая реакция, они могут меня поймать. Я же быстрый супергерой, значит, не могут меня поймать. Ниндзя. Теперь решили, что я это выбрал. Блин, отвечаю, самый четкий это москит. Эй, а как же селфи? Я не могу убирать скорохода, потому что он самый четкий. Но самый сильный, мне кажется, это все-таки москит. Тебе лучше ходить и оглядываться вместе с твоим супер-другом москитом. Я же говорил! Они же мне потом будут искать меня и по щам раздавать. Ниндзя, это умно. Умно. Селфи? You on the run, kid? Got the government on your tail? Опа. Опа, нет! Да блин! Да чё, серьезно? Они будут меня... Хорошо, давай. Ну, сразу одну минус уйму, чтобы она не нанесла мне урон. До свидания. Злодей пал. Нет, Супер Крэйк! Как можно быстрее размотать тех оставшихся двоих, чтобы Супер Крэйк мне еще по лицу не успел раздать. А, я его тоже бить буду. Ну да, он же против меня сейчас. Just give me a minute to drain these corpses. Oh, jeez. That just didn't... I didn't mean that. Кайф! Хочу увидеть у всех, как... Я хочу увидеть, как у всех у них работает суперспособность самая жесткая. Ниндзя! Я же боюсь их надо уходить.
Что, ребята, мы на этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз. South Park, Fractured Butt, Холод, Кэш. Здорово, супер прикольно, но слегка непонятно иногда, что происходит в драке. Ты вроде смотришь, а там просто какая-то жесть. Да, 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 и нужно еще и пробел успевать нажимать. Но это все равно весело. И каждый раз, когда я играю, это как будто продолжение самого сериала. Это как будто каждый раз новая серия. Это просто... И чтобы не затягивать, постараемся как можно быстрее пройти. И что, ребята, как вам прохождение моего South Park, Fractured Butt, Холод? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Если вам все понравилось, вообще, ребят, парочка. Дочка для вас. Тут один, тут второй. Быстро, как скороход, нажали на них и посмотрели, что туда как. Ага. И до встречи, ребят, в следующем видосе.